Дед Мороз, ты же офигел, что ли? Всем привет, ребята! Вы на канале Егор Кот. Наступает новый 2019 год. Год желтой свиньи. Я надеюсь, этот год для вас будет самым крутым. И для меня тоже. А сегодня я хочу сделать вам пожелание. Подождите. Ну это бред. Видите? Что это? Молчание? Что это за приколы, ребят? Ну, наверное, это точно кто-то из моих решил подшутить. Они знают, что я с тебя страшилки, и решили меня напугать. Но у них это не вышло. Ладно, ребят, наверное, скорее всего, это была просто чья-то глупая шутка. И да, ребята, я продолжу давать вам классные пожелания, ведь я просто рад, то, что... Снова! Хорошо! Этим. Алло! Что за глупые пранки, ребят? Кто это? Молчание. Хорошо. Обожаю людей, которые шутят. Что за бред? Мне идет звонок, и мне звонят. Даже телефон глючит. Дед Мороз, ты же офигел, что ли? Ну, на самом деле. Да, ну что это за стремота опять? Ну, блин. Ребята, напишите в комментариях, что мне с этим делать. И давайте я на Новый год буду искать этого Деда Мороза. Скорее всего, он придет сегодня за мной ночью. И давайте, ребята, набираем много лайков. И в январе уже выйдет видео, наверное, 5-го. В честь дня рождения моего канала я выложу, поймал ли я этого Деда Мороза или нет. Потому что, ну, это какой-то реально бред и фотка какая-то страшная. Ребят, если вам понравилось это видео, скорее ставь пальчик вверх, и я пойду уже ловить этого Деда Мороза. Хотя нет, сейчас же только утро. Ну, блин! Ладно, ребят, всем пока-пока!